Всем привет, это канал Туманов Плей. И с вами Владимир, мы играем в игру God of War 3. Нет, ребята, не третья, четвертая часть. Четвертая часть, однако. Заходим. Чертог Одина. Так, стоп, нам сюда не надо. Нам сюда не надо. Выходим. Там валькирия, с ней я пока не буду драться. Я слабоват для нее. Надо плыть. Ну, разверни лодку. Вот, поплыли. Поплыли. Не верится, что Один был мужем Фрей. Любовь и ненависть переплетены так тесно. Вот смотри, Один ненавидит великанов, а они его. Но мать Тора, великанша Йорд, была истинной любовью Одина. И Тор полубог, полувеликан? Странно. Йорд не стала. Один много веков провел в одиночестве. И когда разразилась война с ванами, я знал, что кроется за его бравадой. В результате долгих уговоров Фрейя согласилась. Поначалу Один пустил в ход обаяние. Казалось, он счастлив и хочет сделать ее счастливой. Он исполнил столько ее желаний, я всех и не помню. Воцарился мир, и я поверил, что все получилось даже лучше, чем я планировал. Но в итоге Один показал свое истинное лицо. Он завоевал доверие Фрейи, и она обучила его магии ванов, о чем потом горько жалел. Увы, несмотря на все старания мудрого советника убедить его, что только мир позволит отдалить Рагнарёк, Один так и не расстался с идеей захватить Йотунхейм. Познав магию ванов, он устремился к новым экспериментам и новым злодеяниям. Так, сходу сразу налетел. Ну, по-моему, зря сюда высадили, здесь делать нечего. Пнул еще ее. Об землю, так. Прошу вас, милая Гульвик, мир страдает без ее души. Кто это? Эй, ты кто? Ладно, фиг с тобой. Поплыли дальше, нам тут делать нечего. А мы так не могли бы переместиться разве, а? Нафиг нам столько плыть? Я не помню, там где-то телепорт вроде был. Хочешь, ну ладно, уже приплыли, фиг с ним. В принципе, тут недалеко, рядышком. Паркуемся. И нам надо в комнату перехода попасть.
Так, стоп, а что-то... Что-то не так, было же перевернуто здесь все. Было перевернуто, мы не туда, короче, пришли, да? Или все нормально? А, вот сюда надо. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Ну вот сюда вроде что-то надо нажать. Да? Да блин, это я сюда на улицу вышел. А куда? Подожди, я опять что-то. Я опять затроил, куда идти? Побежали. Ну-ка, наверх. Комната перехода, ну правильно же я шел. Или надо отсюда зайти откуда-то? Нашли алхимика, о котором я говорил. Ура! Скоро мы увидим великан! Ну, если все пойдет как задумано. А, имелось в виду сюда, что. А, я не туда, короче говоря, надо было сюда бежать. И отправимся, вероятно. В Йотунхейм, да, нам надо в Йотунхейм отправиться. Теперь у нас есть два глаза для Мимира, и мы можем... Йотунхейм, поехали. Сын, голову. Башку давай. Готовься. А, да. Взял. Будем надеяться, что ты не взорвешься. Ой. Об этом я не думал. Может, это стоит сперва обсудить? Да нет, уже все, нечего обсуждать. Все будет хорошо. Готов. Ой, неприятно. Давай, сын. Свети. Получилось? Смотри. Цель близка. Ну, чего мы ждем? Это далеко? Увидим. Сейчас все узнаем. Стоп, стоп, слушайте на два слова. Зачем портить такой важный момент присутствием гниющей головы? Может, я здесь подожду? Это ведь семейное дело. Да. Но если кто-то найдет... Клянусь мягонькими сиськами, божественный Сив. У вас получилось. Простите. Хотели увидеть. О, нет. Нет, 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 нет. А? Ну ладно, ладно. Присмотрите тут за головой. Я могу. Нет, не могу. Ну, ладно. Готов? Все, пошли, без башки идем. Идем. Найдите самую высокую вершину Йотунхейма. У меня на тебя большие планы. Ладно, развлекайтесь пока с головой. Вы поскорее, ладно, говорит. Быстрее можем идти, нет? Что-то высоко забирается он. А? А сзади вообще уже ничего не видно.
Давай, сын, за мной. О, он быстрее даже бежит, чем я. Ну что, давай, кто быстрее? Конечно, пацан. Молодой, бежит хорошо, быстро. Самая высокая точка. В глазах посветлело. Что делать? Где мы? Смотри, мы на пальцах великана. Впереди высочайшая вершина. Вон там. Нам надо туда попасть. Ну пошли, чё стоим? Мы дошли. Дошли. Что ты делаешь? Разматываю. Мне больше нечего скрывать. Может, пойдем? Цель так близка. Сын. На. Сам сходи. Пепел матери забери. Неси. Тебе честь. Вот так. Не, ну я-то с ним пойду, пусть несет, но он, смотрю, быстрее уже ломится. Хм. Сын. Ничего, я думал, что уже услышу голоса. Мы почти дошли. Эй, есть кто живой? Что это такое? Наверное, по пути из Мидгарда они все проходили здесь. Огромные статуи. Для чего их тут столько много? Один и Тор, разрушители всего. Почитай нормально. Запиши. Там огромный текст. Мидгардская мечта. Мидгард был мечтой о нашем совместном будущем. Йотунов, асуров, ванов, эльфов, гномов и прежде всего смертных. Он был прекрасен, но не все способны к мирному осуществованию. Некоторые считают все, что находится вне их власти, опасным и диким. Над нами насмехались, нас обманывали, использовали, а потом убивали. Мы закрыли Одину и его племени дорогу в наш мир, но этого оказалось мало. Яростный Тор со своим ужасным молотом истребил почти всех из нас, кто остался в Мидгарде. Уцелевшим осталось только отступиться, спасая свои жизни. Если бы Один и Тор могли, они бы истребили всех великанов. И поэтому великаны ушли, забрав с собой все. Великаны свалили. Где они теперь? Они спаслись. Значит, могли тут выжить. Но я не уверен. Кто этот страж? Давай еще сейчас зачитаем. Возвращение стража. Мы предвидим судьбу Мидгарда. Он превратится во вторую Хель. Ни Один, ни его мертвецы не должны добраться до Йотунхейма. Все пути должны быть перекрыты. Змей и Страж останутся здесь.
Они одни будут хранить нашу надежду, и только когда Рок наконец настигнет неуязвимого, тогда страж вернется. До тех пор мы будем ждать лучшего мира. Мира без страха, алчности и войны. Мы ждем избавления и справедливости, мы ждем своего героя. Мы будем ждать известия о том, что боги подобрели. Надеюсь, вы скоро его дождетесь. Так. Дождутся, наверное. Пошли. Я должен их чувствовать, но никого нет. Все мертвое. Зачем мама отправила нас сюда? Каждый ответ рождает еще больше вопросов. Тихо, 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 аккуратно ты руками-то. Что-то происходит. Все меняется, смотри. Твой топор. Это мама. Смотри. Она спорит с великанами. Она знала великанов? Это мы, когда встретили мирового змея. Но как? Как оно здесь оказалось? И наш бой с Бальдром. Это было только что. Стой. Они знали все, что произойдет. Дракон на горе и каменщик. Эти рисунки. Это все про нас. Нет. Это все про тебя. Но что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Ты не знал. Она великан. И я великан. Почему она скрыла? Она отправила нас сюда, чтобы мы это узнали. Но почему не сказала сама? Наверняка на то были причины. Бальдра не отправляли искать меня. Он с самого начала искал ее, не зная, что она стала пеплом. Раз у нее был замысел, я ей верю. Каков бы он ни был. К тому же, она еще не ошибалась. Скорей! Мы почти дошли до конца. Ну, пошли. Да. Да, это так. Развейте ее прах. Прах матери. Давай, пошли наверх, надо на самый верх. Смотри. Это мамина. Она была здесь. Где? Что ты там нашел? Каждый наш шаг. Она словно всегда была с нами. Наблюдала за нами. Вела нас домой. Закончим. Конечно, закончим. Пошли быстрей. Лезь наверх. Побыстрее лезь наверх. Мы тут такой путь проделали. Тут на самую высокую гору забрались. Самая высокая точка. Ого, какой вид здесь. Вон великан лежит. О, смотри, сколько великанов. Это горы с великанами. Вот это видок. Их повалили просто здесь всех.
Так, а чё, великаны не разлагаются, что ли? Почему здесь до сих пор они лежат? Отец. Нет. Сделаем это вместе. Сын. Наконец-то мы сюда дошли. Все, прах развеялся. С самого начала игры мы, в принципе, это и планировали сделать. Прощай, Фэй. Люблю тебя, мам. Великанов и правда больше нет. Нам пора идти. Идем. Раз мама была из великанов. Я полувеликан, полубог? И еще смертный. Да. Но я одного не могу понять. Имя на стене. Великаны называли меня Локи. Локи, Бобо. Локи. Локи. Будем звать теперь тебя Локи. Мать сначала хотела назвать тебя так. Может, успела сказать родичам. Но почему? Этот вопрос мы отложим. Сейчас идем домой. Дело сделано. Можно возвращаться домой. Последняя воля, приз получен, прах матери. Мы развеяли прах матери. Вернитесь в храм Тюра. Атрей, давай за мной. Почему она хотела быть здесь, вместе с родными? Но она знала, что здесь будет вот так. Хотела, чтобы мы это увидели. Хотела, чтобы мы рассказали об этом или скрыли? Я не знаю. Что нам делать? Тебе принимать решение. О! А почему ты назвал меня Атреем? Это ведь не в честь бога. Ха, нет. Это был воин. Спартанец. Великий воин? Все спартанцы – великие воины. Мы тренируемся с рождения. Дисциплина, долг, битвы и смерть. Жизнь всегда сурова, и мы сурово смотрим на нее. Но спартанец Атрей не был похож на других. Он улыбался даже в худшие дни. Он вселял в нас надежду. Глядя на него, мы понимали, что хоть мы всю жизнь посвящаем войне, мы все же люди. Что в нас есть человечность. Когда настала его очередь погибнуть в бою, своей смертью он спас много людей и перевернул ход сражения. Я принес его домой на щите и похоронил с почестями, по всем спартанским обычаям. Память о нем утешала меня в самые темные времена. Ого, ты все-таки умеешь рассказывать, а Мимир не слышал.
Вот так вот, ребята. Очень эпичная игра, все очень круто. Понравилась игра, на одном дыхании прошли. Я так понимаю, здесь еще есть открытый мир. И я думаю, что я в него поиграю. Поиграю, да? Подожди, еще не все закончено. Я ничего не вижу, куда идем. Куда идти-то? А, вот так, да? Спускаемся. В общем, я еще поиграю все-таки в открытый мир, я думаю. Поснимаю несколько видео. Если теперь ты решишь, что нам пора возвращаться домой, я пойму. Но мы еще освободили не всех валькирий. Наверняка еще кому-то надо помочь. Может, за этим нас мама сюда и отправила? Что бы сделал спартанец Атрей? А что бы сделал Локи? Странное имя. Мне больше нравится то, что дал мне ты. Нет, все, будешь Локи теперь. Ох, как я вам рад. Я уже по горло сыт общаться. Башка. В чем дело, Мимир? Сперва они меня измерили вдоль и поперек, а потом спорили о погоде. Куда тебя отнести? Пожалуй, в приветливое подальше отсюда. Взяли башку, бросили. Исследуйте в мир вместе с Атреем. Продолжайте исследовать мир. Выполняйте просьбы гномов. Освобождайте драконов. Путешествуйте в Муспельхейм и Нифльхейм. Нифльхейм. Приносите в лавку новые предметы. Создавайте снаряжение, которое позволит вам победить всех оскверненных валькирий. Вот, это валькирий я не смог найти. Валькирии найдены. Местонахождение всех оскверненных валькирий отмечено на вашей карте. Да, будем исследовать. Выбрав пункт «Новая игра плюс», вы начнете новую игру с ранее полученным снаряжением, опытом, рубленным серебром и купленными предметами. Этот режим можно выбрать в любое время в меню «Параметры». Новая игра плюс. Так, все ясно, будем проходить. На этом... Всем спасибо, ребята, за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, кто не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И всем удачи, всем пока!